История человечества неоднократно переписывалась и продолжает переписываться до сих пор. Примеры этого мы наблюдаем чуть ли не ежедневно. Именно поэтому так велика ценность архивов. Иногда обращение к ним — это единственная возможность установить истину. И в России, и в Армении это прекрасно понимают. Архив Одинцовского района два последних года признается лучшим в Московской области. В нем хранятся более 80,5 тысяч документов федерального уровня, документов региональных, муниципальных. И, прямо скажем, наш архив, он один из крупнейших в Подмосковье. В Одинцовском архиве созданы прекрасные условия для надежного и безопасного хранения документов. Обеспечен быстрый доступ граждан к необходимой информации. Идет процесс оцифровки бумажных данных. Действительно, есть чему поучиться. Наша делегация из представителей архивов областного и районного звена. Поэтому на следующую встречу круглого стола, который будет проходить в Армении, мы очень бы хотели, чтобы ваш архив тоже был представлен. И мы бы, может быть, продумали бы работу именно вот на этом звене. Современный архив, по словам его сотрудников, не просто место хранения документов. Здесь собрана настоящая история правовых, социальных, трудовых, а иногда и личных отношений людей и государства. Метрические книги – это вообще что-то особое, в которое вот если один раз погрузиться, можно всего столько нового узнать. И сегодня вот будет предоставлена такая возможность, мы обязательно вам покажем вот самую раннюю книгу, которая хранится в нашем архиве, это 1845 год. Вы все сможете увидеть своими глазами, и наших сотрудников, и наш коллектив. В день Одинцовский архив принимает до 160 человек, а большинство готовых документов выдается в день обращения. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».